Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Звук У дает человеку активное воображение. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. И сообщает характеру дипломатичность, как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Активизирует воображение. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Буква У в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Звук «э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Буква «э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Буква «р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди с буквы «м» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководства собственными этическими нормами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.